Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем альбом «Reason Season». Поехали, друзья! Очень красивый голос. Да, классный голос. Знаешь, он такой... Я люблю такие голоса, да, мне очень нравится. Он чистый, да. Скажи чистый. Нежный, нежный. Да, чистый и нежный. Приятный очень. Скажи, молодец. И так красиво исполняет, да, так как-то нежно, да. Та-да-да-да-там-да-ли-ри-да-да-да. И музыка такая, да? Такая, знаешь, ритм задает. Ритм задает, да? И вот эта музыка ритм задает, а трек-то все равно нежный, да? И интересно звучит, да? Какая-то комбинация интересная, классно. Да? Классно. Давай дальше. Да? Как красиво исполняет, да? Красиво так. И меняет немножко исполнение. Голос немножко меняет, да? Манеру исполнения. Раз, поменял. Даже немножко, на минуту, да? Показалось, что как будто другой исполнитель начал петь. Да. Голос, то есть, голос вообще поменял своим... сильно. Хорошо владеет классно, голосом. Классно. Да? Музыка поменялась тоже, да, музыка. То есть он может несколькими голосами петь. Да. Круто. И музыка немножко поменялась. И опять потом начала вот ударники, вот этот ударный инструмент, да, как будто так подает, да? Красиво очень, молодец. Профессионально делает, да, скажи. Ну, голос шикарный, шикарный голос. Голос меняет, действительно, как будто два человека поют, да? Это он получает свой голос, он меняет тембр голоса, да? Скажи. Да, классно. Очень классно, да. Мне очень нравится. Хорошо владеет своим голосом, да? Ну, разносторонний, да, то есть он может... Да, да. И так, и знаешь, что мне нравится, он нежно поет, да? Нежно, красиво. Приятный так, трек. Профессионально, да. Музыка такая хорошая, такая ритмичная, такая, танцевать под нее хорошо, да, скажи? И трек такой слушать, да? Приятно слушать. Все красиво сделано. Профессионально все сделано, да? Ребятки, слушаем следующий трек. Когда я поджег, тебе лучше уйти. Тетка, я немного грязи, это моя жизнь. Бедная привычка, и ты мой инстинкт. Ну, голос у тебя очень красивый. Ну, какой же у тебя красивый голос. Ну, вот этот стиль, да, мы обожаем вот этот стиль. Да, так красиво исполняет. Голосочек такой прям слушать хочется, понимаешь, слушать хочется. И что мне, и что интересно в музыке, да, любит этот ударный инструмент, любит, да? Красиво. Так круто звучит. И начало музыки такой какой-то, знаешь, как немножко вот... Необычный, как будто чуть, как будто космос, какой-то что-то такое, да? Красиво звучит, необычно. И голос такой красивый, да? Молодец. Учу тебя так сильно, как манера вина. Не смотрю на самый пазл. И что будет сложно, я не знаю. Наберем кассу. Попы на ошибки и проблемы. Попы на ошибки и проблемы. Твои кумиры обижаются на камень и глаз. Обещаю, что не самый, даже шутки твои ума. Заранее нужен паника. Доктор или мой. Если не любите дерьмо, тогда послушайте мой. Слушай, вообще красивое исполнение, да? И голос меняет еще, вот меняет, да, голос, да? Да, голос, он прям действительно показывает разные способы, как, да, он может петь. Да, и знаешь, вот он голос наложил, свой голос, да, и на свой голос еще голос, да, вот свой. Получается, как будто двуголосое, да? Двуголосие, да? Красиво, да? Вот это мне нравится, очень интересно.
Меняет свое исполнение, да, манеру исполнения, прям меняет. То есть он, да, разными техниками владеет. Да, разные направления в голосе, и вот по-разному. Ну, слушать очень, да, приятно. Слушать хорошо, приятно, мне нравится. Нравится его тембр голоса, нравится, да. Мне нравится текст его, да, такой стильный, современный, да, и музыка такая красивая, да, и везде вот эти ударные инструменты, да, красиво звучит все. Человек очень талантлив, это видно, да? Скажи, классно. Ну, голос шикарен, шикарен голос. Ребят, слушаем следующий трек. Смотри, музыка. Ой, красивая. Здесь так много, что мешает меня звать. Только дышать, давай сломаем кровать. Второй голос. Красивый такой тембр, ребятки. Прям, знаете, вкусно слушать, да, ребятки? И первый голос красивый такой. И второй голос красивый. Какие тембры красивые, скажи, да? Да, интересно вообще. Очень. Звучат вместе такой круто. Такой трек классный вообще. Прям шикарный. Такой стильный трек, да, скажи? Угу. Целые мои Какой классный трек, скажи, да? Угу. Как же вы красиво исполняете, ребята? Какие же вы молодцы, какая музыка классная. Как же вы красивую музыку написали, ребята? Какие вы умнички, какие вы талантливые, какие у вас голоса прекрасные, красивые, ребята. Классные артисты. Молодцы, ребята, молодцы. Очень нравится. Слушаем следующий трек, ребятки. Ну, восхитительно, голосом, действительно. Ну, восхитительно. Прелесть. Но слушать приятно, скажи, очень, да? Очень красиво. И двигаться, и музыка такая, прям вот танцевать хочется, вот по-разному. Голос, да, очень нежный. Прям вот приятно слушать, вот приятно слушать. Такой историю, мягкий, да, приятный трек. Молодец. Ты знаешь, голос какой звонкий, чистый такой, да. Молодец, умничка прям, умничка. Thank you.
любви поет трек, ребята. А как же он красиво берет высокие ноты. Ребят, ну прям сладко, да? Умница, прям вот умница. Тут на Сатурне вместе курим кислород. Красиво поставил точку, да, в конце трека. Молодец, да. И скажи, голос очень красивый, и в конце трека немножко автотюна дал, да? Для вкусняшки голос поменял, немножко обработку голоса сделал, да? Да, классно. Ну, классно, молодец, молодец, хорошо сделал. Прям дозированно. Ну, очень дозированно. Яркий альбом получается. Да. Молодец, ты умница. Классный артист. Очень талантливый молодой человек. Очень талантливый. Так, следующий трек. Вступление классное. О-о-о-о. Сразу. Ты видишь, я вот так танцую? Угу. Молодец. Начало какое, да, такие вкусняшечки, да, красивое начало мелодии, да, и такой голос красивый, да, молодец, голос, прям я голосом восхищаюсь этим, молодец, очень красиво. Очень классное исполнение. Ты обратила внимание, да, снова поменял манеру исполнения. Вот до того, как он сейчас исполнял, снова другая манера была исполнения. Ну, он артист. Очень потому... разнообразно звучит альбом, очень классно. Он артист, во-первых, артист. Мне очень нравится, он мелодия. Но он умеет, то есть, голосом играть. А у него голос не звучит одинаково, у него голос всегда по-разному звучит. И в одном треке может 3-4 раза поменять, классно. Потому что он очень талантливый. Он и голос, и мелодию какую красиво пишет, да? И вступление все красивые у него, да. Вступление. Вкусняшки разные, да. И заканчиваются классные треки. И даже треки. Вот в некоторых треках у него смех такой красивый, да? Вот все красиво. Какие-то вставки классные. Молодец. Слушаем. Сейчас сложно мне поебать. Манера, видел
исполнение. Ну тут вот он уже, да, вот он уже вот за последнюю там минуту три раза поменял. Три раза поменял, да. Очень немножко круто. Немножко автотюн нам дают, да. Классно, ну, мне нравится. Не дают там пункт, автотюн. Октазированно, да? Да, украшает. И манеру исполнения меняет, да, скажи? Угу. И это любовь у него, треки о любви. Дом, сказать спасибо, родила пиздата, что тогда, что и сейчас, как обычно, по сути, как обычно, как обычно, ему все как обычно, деньги это волшебство, бэби это волшебство, деньги за губы такое, это мы не то, как обычно, по сути, как обычно, любви, как обычно, ему все как обычно, деньги это волшебство, бэби это волшебство, деньги за губы такое, это мы не то. Красиво, да? Угу. Молодец. Вот ты знаешь, что мне нравится вот в этом артисте, да? Вот каждый трек, да, он красиво ставит точку, да, в музыке. Вот какую-то изюминку. То есть он продумывает начало, да, вступление и конец, да, трека. У него вступление интересно, вкусняшечки, угу, и конец трека. Он вкусно начинает ярко и заканчивает ярко. Да, молодец. Ну, голос, ребятки, давайте подведем итог, ребятки. Молодой человек очень талантливый, музыкально одаренный, угу, потому что у него весь его альбом очень разный, разнообразный, и музыка разная, да. Ну, это самое, и голос по-разному он поет, ребятки, по-разному. Он вкусняшки. Ну, он может вообще петь за троих, четырех, да, артистов. Да, то есть да, он, да, это для него не проблема, да, совершенно. Потому что он профессионал. Да, да, он профессионал. Именно вот голос, конечно, да, то, что он умеет так работать голосом. Да. Ну вот трек о любви. В каждом, да, треке любовь, о любви, да? Да. О любви, да. О себе рассказать, о любви. Это молодежный альбом, молодежь. Ну, он такой настолько приятный, что хочется просто ставить на повтор и подряд все треки слушать. Ну, скажи, я танцую прямо. Да, да. Я хочу петь, да, а мне где-то оператор говорит, нельзя вот так показывать, а я петь хочу. Потому что слушать приятно, не хочется подпевать. Подпевать хочется, ребятки. Потому что, ребят, мне нравится. Молодец. Очень талантливый молодой человек. Я тебя прошу, пиши. Пиши такую красивую музыку. Ты классную музыку пишешь. Молодец. Это твое видение, это твое мышление. Это твоя внутренняя душа. Она поет у человека, он поэтому все это потом в треках отражается. Да. Голос очень красивый. Голос меняешь по-разному. Разные лайфхаки делаешь. Разные. Ты по-разному делаешь. И ну ты их немного даешь, а ты дозированно. Именно держит баланс и гармонию. Да, да. Классно. Умница. У тебя один голос, ты можешь по-разному петь. По-разному, как хочешь. Молодец. Мне очень понравилось. Пожалуйста, радуй нас. Ты талантливый. Пока, друзья.